Денис проходил мимо фонтана в новом районе в понедельник. Это день профилактики, когда фонтан не работает. Мужчина обратил внимание, что вода в нем грязная, а фонтан никто не чистил. Очень много грязи, очень много там слизи, там бычков, там только что только не плавает, что только не находится в нем. И в данный момент там купаются маленькие дети, хотя это запрещено. Но так как это контроля нету, и дети, я к ним подошел, спросил, а ну зачем вы это? Видите, здесь кругом одна грязь. Они сказали то, что мы закаляемся, а грязь, мы, говорит, мы ее не пьем, вроде как бы отгоняем ее от себя. Денис считает, что поскольку фонтан в новом районе – излюбленная зона отдыха горожан, и особенно приятно приходить туда с маленькими детьми, поддержанию чистоты в этом месте нужно уделять особое внимание. Видимо, по состоянию воды, то есть там видимо, что она уже давно стоит, то есть, ну, значит, он уже давно не работает. Потому что при рабочем фонтане она бы циркулировала, то есть как бы все равно почище. А то там такой налет, то есть она стоит уже, видимо, ну очень давно. Как нам пояснили в департаменте городского хозяйства, фонтаны в новом и старом районе обслуживают две разные организации. По контракту объекты очищаются со сливом воды один раз в месяц. В театральном сквере такой слив произошел, его почистили. Вчера воду там уже налили, и он в штатном режиме уже будет работать. А фонтан за зданием администрации будет очищен на следующей неделе. Также управляющие компании периодически вылавливают мелкий мусор из воды. Горожане могут сообщить о загрязнениях фонтанов по телефонам обслуживающих организаций. По поводу мусора в фонтане на проспекте Мира нужно звонить по номеру 783-39. Насчет фонтана у театра 9-82-22. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.